Корги по кличке Рон довольно вышагивает по новому тротуару. Хозяйка пса Анастасия Воронова говорит, самарские улицы стали похожи на европейские. По недавно уложенной тротуарной плитке на улице Арцебушевской теперь приятно не только гулять с собакой, рассказывает Настя, но и бегать по утрам. Мне нравится, гораздо удобнее стало гулять, потому что раньше было много ям всяких, а теперь очень красиво. Вместо старого асфальтобетона укладывают плитку. Она не только эстетично выглядит, но и удобна в эксплуатации. При необходимости ее можно будет оперативно заменить. Материал устойчив к морозам и перепадам температуры. Тротуарное покрытие с тактильными элементами, что хорошо для слепых и слабовидящих. Комплексный ремонт ведется на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подрядная организация выполняет работы от переулка Тургенева до Льва Толстого. Асфальтобетонное покрытие проезжей части здесь обновили. Это особо высокая поличная смесь, которая замешана на полимерно-битумных вяжущих, которые способны выдерживать большие нагрузки, ну, как обычного легкового, так и грузового транспорта. На 12 октября планируется укладка верхнего слоя покрытия проезжей части в границах Полевой и Маяковского. Старый изношенный слой там уже отфрезеровали. Ранее еще весной привели в порядок трамвайное полотно на участке Рабочая Чкалова. В этом году работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут с опережением графика, при этом не в ущерб качеству. За ним следят на всех этапах ремонта. В настоящее время производятся работы по плану, который изначально был предусмотрен на 2021 год. Дорожные рабочие справились уже на 33%. Согласно муниципальному контракту, обновление улицы рассчитано на 2 года. Полностью Арцебушевская преобразится в следующем году. Мария Илчан, Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.